Всем привет, это запись с КВК, записал еще неделю назад. Сами понимаете, некогда было выложить. Начало было очень тихое. Вообще весь КВК спокойно просидели. Не знали, чем себя занять. На крепах выполняли личку. А у противника, оказывается, был очень сильный замок. На 2-3 тысячи сильнее нашего. Но они делали очень хитрый ход. Они на троне держали слабого игрока. 16-17 тысяч статистикой. А топ их сидел там. И когда кто-то пытался атаковать трон, он перехватывал тупо мегу. За счет этого они зарабатывали очки себе хорошо. Сейчас мы только заполняем все. Время началось. Но в конце будет триллер. Тем более я знал, что корона будет в нашем альянсе, в Руси. Королем буду я. Заставило меня это понервничать, конечно. В течение КВК мы летали к этому кору, где был сильный игрок. Пытались выбить, поймать его. Пока он отходил из трона, по башням бегал, мы пытались в соло, наши 45-й, пытались в соло пробить трон. С игроком, который 16-17 тысяч, у наших 20-22. Но там было 3 миллиона, поэтому они в соло просто не могли пробить. Зря убивались. У нас на троне сидит Кам, отличный игрок, вообще уважуха ему, еще по первому в Сорели. Он никогда не отказывает, всегда молча играет. Молча и качественно играет. Достойный игрок. И никаких выпендрежей нет вообще. Вот, в отличие от других игроков, ни разу не выпендривался. Сразу молча на трон забегает, садится и сидит до последнего. Если надо стату поднять, то и поднимет. А вот концовка КВК. Обратите внимание, время. Минута 30. Двойная мега идет. Прилетел этот топ с того кора, который мы весь день дубасили. Решил нам подосрать под конец. Минута 20. А статистика у него посильнее, чем у Кама. Ну, думаю, все пиздец. Приплыли мы. Сейчас за несколько секунд до конца выбьют нам трон. И опять сидеть 8 часов. Или вообще наши топы сдадутся, как уже бывало не раз. Они могут просто тупо уйти, перестать воевать. 50 секунд. Случается чудо. Гарнизон 5 уровня зарешал. Ну и Кам тоже не слабо оказался. Не смогли они пробить. А тут вторая мега на подходе. И всего лишь несколько секунд времени есть. У меня 2500 золота, я даже забежать не успею. Все равно отправляю. Успеваю забежать перед приходом второй меги. Время 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Все. Ура, товарищи. Удержали мы тогда трон. Прям очень нервная минута была. И что интересно, по показателям на троне... Уже после того, как мы его защитили, там было показано, что игрок с нашего королевства спокойно сел на трон. Время было 20, ну, 1 минута после окончания трона. А он в истории написан, как будто он уселся на трон. Да, можете хоть хвою собрать небольшую, недорогую.
вот они, отчеты у нас. Один и два миллиона на 3,2 раскидались. Ну, КАМ сильнее оказался. Это радует. С помощью гарнизона 5 уровня, тем более. И стихии выше у него. Вот так нам повезло. Захватили мы все-таки свой трон. Очень давно Рус Альянс не был королем в нашем коре. Давненько такого не было. Восемь восемьсот на 23. Охрененно. Yeah.